Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Отель Serenity Makati Heights находится в регионе Макади. Рядом с ним находится Serenity Fun City с аквапарком. Хороший, красивый лобби. Приятный такой, свежий. Здесь есть люди. Потому что в многих отелях, которые мы смотрели, практически никого нету. Здесь лобби-бар. Терраса. Территория отеля на первой береговой линии небольшая. Для входа в воду необходима специальная обувь. Здесь такая игровая зона прямо на террасе. Мини-клуб с 10 до 12.30, потом с 15 до 17 и вечерняя дискотека для детей с 20.15. И вечером вечерняя программа 21.00. Есть анимация. 12.39. Делюкс номер. Все, садитесь. Все большой. Две кровати. Плазма, connection room есть, чайный уголок, тапочки, чайный уголок, халаты, все есть, халаты есть, чайный уголок, сейф, заходим, садимся, санузел, душ, вид с балкона на море и на территорию. Один бассейн с подогревом сейчас. В этих корпусах сейчас проходит реновация, их обновляют корпуса, которые находятся ближе к морю. Пляж. Здесь есть пирс, где-то 200 метров, там три схода, можно с двух сторон зайти, а с утра здесь отливы, примерно вода уходит на 100-200 метров. Необходимо специальное для деток, здесь есть небольшие лагуны, где они могут купаться. На пляже есть ресторан, где можно перекусить, и бар. Значит, вот смотрите, вход, видите, камни. Коралл, то есть нужна специальная обувь. Сейчас уже прилив, когда отлив, здесь мельче. В отеле есть две концепции. Одна концепция – это all-inclusive и ultra-all-inclusive. Ultra-all-inclusive более расширенная, она придает дополнительные бонусы, такие как 30 минут бесплатного кальяна, 30 минут массаж, 30 минут дайвинга, ну
ну и прочие такие моменты. Также All Inclusive тогда до 2 ночи, а по утру All Inclusive до 2 ночи, по All Inclusive до 23.00. В отеле 5 а-ля-карт ресторанов. Это мексиканский, итальянский, королевский, среднеземноморский и японский. По концепции Ultra All Inclusive можно пользоваться ими бесплатно. По концепции All Inclusive $5, 5 евро одно посещение. Рядом находится отель Sun City. Есть аквапарк, там есть водные горки, есть лунопарк. Посещение на данный момент его бесплатно. Лунопарк стоит один билет для покататься $2. Раньше было посещение в районе $30 с этого отеля. Чтобы попасть туда, надо было заплатить $30. Там есть свои рестораны, бары. Ими можно пользоваться гостям отеля. Можно посещать и с отеля Sun Family Sun City тоже они могут посещать и пользоваться всеми барами, за исключением главного ресторана. В отеле есть дискотека, All Inclusive там до 23.00, для Ultra All Inclusive до 2 ночи. Дискотека на пляже сейчас не работает. Заполняемость отеля сейчас 50-60%. В основном это жители СНГ. Все есть детская анимация, детская программа, детское меню, можно детскую кровать заказать в номер. У них есть типы номеров: это стандарт, Family, Family Suite, Deluxe. Они ничем практически не отличаются размерами. Единственное, Family Suite состоит из двух комнат, два полноценных номера. Свой спа, тренажерный зал бесплатно, Wi-Fi на ресепшене бесплатно. В 2015 году у них были проблемы с кухней. В декабре поменялся менеджмент. Теперь здесь работает новый повар, и нареканий с питанием сейчас нету. В аквапарке 11 водных горок. Сейчас аквапарк зимой должен быть полностью с подогревом весь. Данный отель подойдет для семейных пар с детьми, без детей, просто для молодых людей или людей, которым уже за 40 и больше. Саша хочет подытожить по этому отелю. Да, отель отличный, поменяли повара, поэтому можете не беспокоиться насчет питания. Подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. Хотите на отдых в этот отель или другие? Мы вам поможем. Закажите звонок у нас на сайте, и мы перезвоним вам. У нас есть удобная система онлайн-оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене. Ждем вас в наших офисах. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений.